стали автором второго забитого мяча в сегодняшней встрече. Для вас важно было забить? Ну да, я давно не забивал. Конечно, очень уверенность почувствовать себя в силах. Ну, важно. Тем более команда победила. И что сейчас в такой вот ситуации, когда Факел находится на третьем месте, нужно делать команде, чтобы как-то... Нам надо все свои игры выигрывать, а остальное зависит уже от этого.